нашей федерации. Снова у нас создан специальный комитет, который взаимодействует с ИААФ. И в июне состоится, насколько нам известно, сессия Международной федерации легкой атлетики, где будет принято окончательное решение по восстановлению нашей федерации, членства Международной федерации. И, конечно, от этого будет зависеть и возможность участия наших легкоатлетов. Как вы оцените этот ход работы и насколько высоки шансы восстановления? Я думаю, что наша федерация легкой атлетики и комитет, который был специально создан, очень активно работает с международной федерацией. И те требования, которые были представлены, в частности, по изменению состава нашей федерации, по отстранению замешанных в допинге спортсменов и тренеров, все эти требования выполняются. И я думаю, что эти рабочие контакты должны дать положительный результат. Александр Дмитриевич, прошла информация, последний вопрос, про тренеров. Прошла информация, что Олимпийский комитет поможет федерации расплатиться с иностранными тренерами. Это так? Все иностранные тренеры, которые работают в наших федерациях, с нашими сборными командами, а это примерно 80 тренеров и специалистов в зимних видах спорта и порядка 45 в летних видах спорта, сегодня работают достаточно успешно, и никаких проблем с их финансированием нет. Спасибо. Спасибо, коллеги.